Ладно, сейчас я хотел бы как бы предоставить, будем говорить, время фирме Makita. Они вот продемонстрируют как раз аккумуляторный секатор для обрезки сада. Да, всем здравствуйте, коллеги. Как уже сказал интересного. Владимир Федорович, у нас есть садовая аккумуляторная техника. В частности, это аккумуляторные секаторы, которые используются для промышленной подрезки деревьев. Работает он на стандартных 18-вольтовых аккумуляторах и позволяет делать до 80 тысяч резов с одного заряда при весе порядка 4 кг. Ширина раскрытия лезвия у него порядка 55 мм, что позволяет резать большинство плодовых деревьев при их обрезке. Можем попробовать этот инструмент, если кому-то интересен, соответственно, можем его комплектовать, надеть, и вы попробуйте им поработать, как это все. Ну, вон Геннадий Григорьевич стоит сзади, вот можете на этом самом... Нет, да, ты будешь держать, наверное, аккумуляторы, а я буду пробовать. Перчатки нет? Только пальцы, главное, туда не вставлять. Ну, понятно, режет он. А этот перережет? А попробуйте. А в несколько раз. Не, ну это, конечно, мощное. Сухое плохо режет. Ну это очень большое. Ну такие, по всей видимости, ну, это уже, да, будет резать свободно. Это лучше уже ножовка. Да. Ну это мелочь. Ну а по удобству вам как вообще режет, скажите? Ну, кто его знает. Надо привыкать ко всему, наверное. Режет. Что я хочу сказать? На прокат? Да, даем. На два зимних месяца. А стоило сколько? Цена порядка 70-80 тысяч. А гарантия? Год. Да, в принципе, если кому-то интересно, можем обменяться контактами. Весь этот инструмент можно предоставлять на испытание. Непосредственно я к вам приеду, привезу его. А? Ну, на месяц, я думаю, мы с вами договоримся. А ножи подтягивать надо там? Нет, их подтягивать не надо. Ну, как нет, ну, не, на нем не надо, они зафиксированы постоянно. То есть не разбалтываются. Как быстро крутить заряжается? 45 минут. Ну, хочу еще добавить, вот здесь представлены аккумуляторные пилы. Хочу сказать, что у меня вот такая аккумуляторная пила, я ее целую зиму работал. Хочу сказать, что мне как бы один раз цепь затачивал, а перепилил, ну я не знаю сколько, очень много. Кому интересно, у нас есть YouTube-канал, называется «Садовод-огородник». Кто-то, может, видел его, кто-то не это самое. Может, посмотреть, там вот этой пилой рассказываем, все показываем. Работает отлично. Да и в целом, что касается работы этого инструмента, хочу добавить, инструмент оснащается уже бесщеточными двигателями. Система защиты от пыли и влаги, то есть можно работать в дождь, можно работать в запыленных пространствах, он не боится попадания грязи, но, конечно же, в разумных пределах, чтобы он там совсем уже не клинил. Поэтому, в принципе, да, если кто-то работает сам, но у многих, соответственно, есть персонал, который работает с инструментом, за него можно не бояться, что его просто угробят при его достаточно высокой цене. Ну, в общем-то, все. Которая поменьше. Толщина сколько?